Короче, без лишних слов продолжаем. Блин, да вы обнаглели, что у вас почему-то ничем не взять. А, что? Много денег. Хорошо. Так, ну и сегодня мы наконец-то пройдем эту первую сотню уровней. Задело меня все-таки. Так, жизнь 50 почти. Давай бы конфеты, это какое-нибудь там небольшое количество денег, было бы прекрасно тогда. Получай. На-ка. Ой, там весьма неприятная колючка стоит посреди воды. Потом слитки золота. Нам это вполне кстати будет. $100 дают. Это ладно, сойдет. Кстати, нас скоро, наверное, будет ждать какой-то секрет, потому что я смотрю по карте, он близко где-то. Опа! Это что у нас, секретное место? Чем эту вашу внучку разграбим? Так, опять эти ваши
Цых. Весь всех робот. Роботы, я тут должен вас победить. Ау! Ну это изи будет. Да тут потреблены. Твеш! Блин, тут аж цензурные словки подобрать, сколько это... Блин, да тут можно брать и фармить. Блин, я бы занялся, но у нас нету столько времени. Вы, роботы, вы понимаете, что уходите вверх ногами? Не, походу, никто не понимает. О, снова домик продает, мужик. 4000, сгодится. Так, ага, под... Ага, блин. Так, в общем, так, где-то там мы сопрыгнуть, и там будет платформа. Ну, поехали. А вот и нычки секретики. Так, где-то должен быть телепорт. Ага, вот он. Вниз надо идти. Так, 3, 2, 1, попробуем. Так, 1, 2, 3, может? Нет, это нет. Блин, я не могу. 1, 3, 2. А, можно и так. А, окей. Там пропасть. Так, надо вернуться и посмотреть там. Может, какие-нибудь подсказки будут? Глаз. Понять, что это ваш глаз делает.
Так, надо подумать, какая же может быть тут комбинация. Нет. Так, может быть, 2, 1, 3. Нет. Может быть, 2, 3, 1. Тогда... Может, надо не все нажать? А, о, нормально. Блин, тут надо, походу, яму гадать. Ладно, у нас... Блин, так, надо в центральную. Тоже, у нас много жизней, мы тут... методом пробы ошибки. Ау! Ау! Блин. А в какую прыгать, подскажите, пожалуйста. Я нужен этот гребаный чайник. Да блин, чё блин, блин, я тут походу много жизни потеряю. Пытаюсь найти ключ к чёртому телепорту. Ну-ка, тут... Ага, вот оно чё. Опа, тут... Шандарахнет, мало не покажет. Опа, вот и чайник. Хотя, может, это декорация, я не знаю. Опа, здрасте. Всё, мы нашли чёртов чайник, наконец. И года не прошло. А! Налюбил. Thank you.
Так. Опа, опа, все-таки это мы пропускать не можем. Так, наконец-то откроем дверь. Так, опять эти ваши конкурсы неинтересные. А, чё, блин, хочешь? 3 секунды. Немного. Что? А, я забыл, что у меня так много. Опа! Там дорого-богато будет. И тем более мне надо восстановить уже всю жизнь. Сейчас стоит жизнь. Ну вот, и все получается. Так, мы к товарищам Випам придем в следующей серии.